Так, пойдем. Ванька, догоняй. Пойдем, пойдем. Ванюшка, пошли. Пойдем. Какие красивые листья. Класс. Очень супер просто. Мы, друзья, еще у мамы моей гостим. Мы приехали в среду, вот, сегодня уже воскресенье. Думаем еще немножко задержаться. Не знаем, если мы, конечно, останемся на праздники, на Рождество и на Новый год. Посмотрим. Ванька, пойдем, пошли. Ванюша. Ванька, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли гулять. Ты хорошая собака, да, Ванька? Это все твои знакомые места. Мы вот по этой улице очень часто гуляли с Ванькой. Я когда здесь жила еще, до замужества, то вот эта улица очень-очень-очень знакомая для Ваньки, для меня. Ванька, не ходи по грязи. Там грязно. Постой, ты запутал меня. Стой, стой, иди сюда. Слушайте, так тихо. Просто класс вообще. Даже вон Ваньке нравится. Ванюша, иди ко мне. Снова запутался. Иди сюда. Пойдем. Пошли. Вот сюда мы тоже очень часто ходили. Вот в этот нейпорхуд. Вот такой очень спокойный район. Очень классный. У меня раньше была другая собачка. У меня был пудель. Такой светленький, вот как Ванька. Вот мы сюда тоже гуляли. Это девочка была. Звали ее Альза.
Вот. А Ваньку мы недавно взяли. Мы взяли его из приюта собачьего. Ванька, пошли. Вот. И Ваньке сейчас 3 годика с половиной. 4-й годик уже идет. Взяли мы его в Техасе, в Хьюстоне. Там очень такой большой шелтер. Очень приличный, красивый, большой. Вот. А теперь он с нами. Везде. Куда мы ездим, он с нами везде. Гуляет с нами, да, Ванька? Вася Ваньку очень любит. У него когда-то в детстве такая вот собака тоже была похожая. Он когда увидел, он говорит: а, все, возьмем собачку. Ребят, смотрите, какая красота. Зеленая трава, дерево. Просто здорово. Еще зелененькое уже. Листики желтеют немножко. Какая красота. Ванька, пойдем. Сегодня воскресенье у нас. 11 час утра. Хочу сказать спасибо зрителям, которые смотрят, которые пишут комментарии очень добрые. Из Белоруссии тоже. Спасибо вам огромное, что вы подписались, что вы поддерживаете. Вань, ну пошли уже, пойдем, пойдем домой, Ванюшка. Ваня, пойдем. Ну все, друзья, спасибо, что со мной прогуляли сегодня. Спасибо, что смотрите. Всем хорошего дня. А мы с Ванькой пойдем домой.